Ну, англичане – это просто культура хождения в пабы. Вот для них, по-моему, это, ну, как для нас, я не знаю, там, собираться, не знаю, на кухне, вот у них собираются все в пабах. Причем, мне кажется, они это делают каждый день. В этом месте, где мы сейчас вот находимся, есть живая музыка. Да, паб называется Brunswick паб. Довольно популярное место. Постоянно проходят концерты. Причем все это бесплатно. Можно прийти послушать такую очень качественном исполнении музыку. Приезжают со всего, со всей Европы исполнители. Все очень доступно, очень все прилично, профессионально оформлено. Это бар не спортивный, здесь нету экранов, поэтому посмотреть футбол не получится. Но зато получится отдохнуть. Мощные басы. Вибрация идет по всему телу. Вообще, если честно, я не эксперт в плане баров. Поэтому особенно порекомендовать напитки не смогу так профессионально. Но отсюда видно, что выбор неплохой. В верхний ряд я вижу виски, джин. На этой полочке ликер, ром. Ну, такие типичные английские напитки. Ром, джин, виски. Следующий ряд, по-моему... кстати, смотрите, на втором ряду типичный английский напиток Pimm's. Вот такой Pimm's, белая бутылка. Можете мне наехать? Да, вот это Pimm's, это такая... Англичане любят его, значит, очень сильно. Pimm's делают такой... Pimm's смешивают с лимонадом, получается, потом добавляют туда листья мяты, по-моему, лед, не помню точно, что еще, и получается еще такой хороший напиток, прохладительный. Алкогольный, конечно же. Правда, не хочу. Drink in your bar today? Most popular, I would probably say the West Pier Ale. Ah, West Pier Ale. Do you know why? It's just a really nice one, I think. We're just trying to show our friends what you drink in England. Ales are probably the biggest thing. Вот нам говорят, что самый популярный напиток – это вот этот эль красный, называется West Pier. West Pier – это современное название пирса в Брайтоне. Ну и вообще говорят, что пьют эли, как правило, вот 4 типа эля, наиболее популярных в Англии. Брайтон, Dark Star, Partridge, West Pier. Больше всех берут. Do you have any Russian drinks here? That one is? No, yeah. It's Latvian. It's here as well. It's Tavisa, yeah. I've got Aristotle.
that's about it. I'm about it, yeah. Yeah. I like that though. That's really good. What kind of taste is it? Is it mild or is it? I think it is quite mild. It's distilled quite a lot, so you do get quite an easy flavour. The other one that I like. Okay. That one is Polish. Yeah, you have that with the apple juice. It's amazing. Love that one. Nice, nice. Yeah, the Brussels. Interesting to hear from an Englishman. Yeah. Away from Russia, so the Brussels. Yeah, yeah. Okay. Make a video for our friends in Russia. Okay. About English pubs. Oh, right, yeah. Are you enjoying yourself? Yeah. Well, it's quite nice. Thank you very much for booking the table. Неизменно такое. Вот очень, кстати, в английских пабах очень приветливые и отзывчивые, я бы сказал, люди работают. Например, сегодня у меня день рождения, и я попросил заказать столик. Спросил, есть ли у вас какие-то там пирожные, угощения. Они мне сказали, нету, но вы можете пойти в ближайший магазин, купить там торты, все, что хотите, и принести к нам, у нас есть. Вот это меня очень удивило, приятно, что можно с собой прийти в бар со своим тортом. Вот. Ну и так очень доброжелательная публика осторожно.